народное бородецкое и празднику «Последний звонок». Добрый день, уважаемые преподаватели, уважаемые родители, уважаемые выпускники, первоклассники, участники отряда «Сокол-22». Я вам желаю прежде всего реализовать свои планы, не потерять друг друга в этой жизни, общаться, приходить на вечера выпускников 22-й школы, и чтобы первоклассники, которые сегодня стоят, смотрят на вас, не просто мечтали стать такими же, как вы, а знали вас по фамилии, по имени и по отчеству, чтобы они хотели быть на вас похожими, и чтобы каждый вечер выпускников, который будет вас собирать на территории родной школы, был бы тем временем, когда вы смогли бы друг с другом поделиться своими успехами, своими планами, рассказать о своих семьях, о своих детях, о том, как они растут. И я желаю, чтобы ваши дети закончили также эту школу с хорошими показателями, с хорошими оценками и тоже стали добрыми, надежными гражданами России. Поздравляю с праздником, всего доброго, в добрый путь. Дорогие выпускники, сегодня действительно для вас торжественный день. Сегодня прозвучит последний звонок, который известит вам о том, что позади осталось беззаботное детство, а впереди большая и яркая жизнь, взрослая жизнь. В добрый путь! Меня понял.